У него была идея, вроде идеи вирусолога. Знаешь, он искренне верил, что можно излечить расизм и ненависть в буквальном смысле. Излечить, даря музыку и любовь окружающим людям. Он должен был выступать на митинге в защиту мира. Но пришел человек к его дому и ранил его. А 2 дня спустя он вышел на сцену и спел. Кто-то спросил его, зачем? Он сказал, безумцы, пытающиеся сделать наш мир хуже, никогда не отдыхают. Осветите тьму, сказал он.